Всем привет! Сегодня у меня на обзоре, а главное на тесте, нож от чешского бренда ANV Acta Non Verba, и это моделька Z200. Вы спросите, так был же уже обзор, рассказываю, то был обзор и небольшой тест со сталью N690. Теперь новые модели идут со сталью Sleipner. Карточки по-прежнему в комплекте присутствуют, и здесь у нас лежит наклеечка и вот эта вот родная смазка, которой смазываются шайбы, плюс внутри лежит нож. Нож в самом простом исполнении. Это Stonewash, plain, без покрытия, на обычной черной G10, на лайнере. Вот сегодня мы про него с вами и поговорим. Нож на обзор предоставлен магазином bestblades.ru, за что им большое спасибо. Они являются официальным представителем данного бренда в России. Скоро у них появится классная новиночка A200. И всем зрителям моего канала Best Blades предоставляет 10% скидку по промокоду YETI10. Вы его вводите при заказе и получаете свои 10% причитающейся вам скидки. Ну и вне зависимости от того, ввели вы этот промокод или нет, вы можете всегда получить бесплатный вот такой вот маленький овощной викторинок с любому к своему заказу, просто поставив соответствующий галочку при заказе. Вообще, ближайшим родственником этой модели является моделька A100. Там у нас обычный флиппер, а здесь все-таки нож, сделанный для Европы. Как по мне, выглядит он просто офигенно. Но он больше рассчитан для двурукого открывания, хотя это можно немножко и поправить. Во всем по порядку. Давайте по характеристикам. Поскольку сегодня мы говорим с вами именно про версию на G10, то ее вес 104 грамма. Это ни много и ни мало. Не супер легковесный, это так, примерно золотая середина. Длина рукоятки 121 мм, 13 в самом толстом месте. Это конструкция на одном скрытом лайнере. Присутствует у нас глубокая клипса, которая переставляемая на правшу и на левшу. Она такая ультраглубокая. Есть темлечное отверстие, да, можно привязать только за одну сторону, можно привязать за две. И самое, как бы, главное, что клинок, проходя, не будет задевать вот это самое темлечное отверстие, не будет вам подрезать. Ножичек достаточно аккуратный, узенький и на кармане располагается очень неплохо. В принципе, мой уже немножко затюненный, и поэтому я его могу отстрелить вот так вот одной рукой с легким доводом кистью, да? Вот так вот. Вообще, в принципе, бывает, что с детентом у ножей по-разному, поэтому я обычно беру вот так двумя пальцами, чуть открываю и потом дальше довожу большим пальцем. У ножа, безусловно, присутствует синдром парамили. Это когда клиночек покороче, чем рукоять. Но этому ножу почему-то это вполне себе идет. Длина клинка 84 мм, все 84 полезных. Это сталь Sleipner с заявленной твердостью 60 единиц, а не N690, как на старых моделях с 58. Я это дело проверил, действительно так оно все и есть. 3,4 в обухе, на обухе у нас надпись Acta Non Verba, гладенький обух. В смысле, он подкруглен. Есть у нас светящаяся точечка. Вот так вот односторонний дол. Очень симпатично выглядит. И это, вот повторюсь, лайнер-лок с остальным шариком детента. И толщина этого лайнера 1,5 мм. Изначально, вы чуть дальше посмотрите на версии, там, где я буду показывать макро, был тоненький аккуратный подвод. И сведение заводское было 0,5 и 0,6. Но здесь фишка ровно такая же, как с протеками. Достаточно тонкое сведение, ну как тонкое, среднее сведение, но при этом заводской угол здесь был 25 на сторону. Я сейчас переточил на 18 на сторону, подвод выглядит вот так, поскольку я нож уже тестировал. И сейчас сведение 0,7 и миллиметр на кончике. Ширина клинка 26 мм, и из них 17 это прямой спуск. Надо сказать, что качество обработки G10 с моего последнего обзора на продукцию данного бренда улучшилось. И это, безусловно, так. Но по-прежнему лучше ножи выбирать руками, либо просить, чтобы вам их сначала показали. В осевом у нас используются
фторпластовые, они же тефлоновые шайбы, но они перфорированы. И в комплекте у нас есть специальная густая смазка для осевого. Для того, чтобы получше понимать габариты данного ножа, предлагаю сравнить его с другими известными складными ножами. Так, напомню вам, как у него с внутренним устройством. И тут сразу хочется отметить, поскольку у ножа с обратной стороны отсутствуют какие-то либо зацепы или там второй торкс, и с этой стороны ровно точно так же, плюс с завода он идет на фиксаторе, возможно, вы столкнетесь с проблемой, как и я, как его разобрать. Мне его, несмотря на фторпластовые шайбы, пришлось заварить в кипяточке, и только потом, вот так, уперев клинок под под нагрузкой, мне удалось раскрутить этот нож и добраться до его внутренностей. Слава богу, на моем экземпляре все хорошо с точки зрения сборки-разборки и выставления всего этого дела по центру. А по лайнеру тоже все классно, здесь радиусная пята. Давайте мы вспомним, как эта штуковина работает по продуктам, как она работает по деревяхе, и я вам немножко это прокомментирую. На заводской заточке лайнер стоит сейчас вот так. Не знаю, будет вам видно, у меня просто фокус зафиксирован. Заточка заводская, ну, so-so. Не могу сказать, что прям плохая, не могу сказать, что прям хорошая. Больше всего меня интересует, что будет с лайнером. Как ни странно, ну вот за счет вот этого вот
расширение рукояти вполне комфортно строгать. Но вы видите, что заводская у него не самая-самая клевая в плане того, что все-таки он такой чуть-чуть скребет. Так, ну, в принципе, лайнер никуда не сдвинулся за счет того, что пята клинка все-таки радиусная. Это благотворно влияет на его, ну, как бы положение, на его стабильность. Плюс шайбы-то у меня уже стоят цветмет и значительно большего размера, чем родные. Я вам там покажу потом, объясню точнее, в чем вся фишка и что обязательно нужно сделать. Ну, в общем, я думаю, надо будет перетачивать. И потом уже смотреть, потому что заводская так себе. Но геометрия, вот именно рукоятки, посмотрите, ни клипса не остается, ни каких-то прям надавленностей, ничего. Плюс круглый обух, что я могу палец поставить без, как бы, ну, повреждений. Это здорово. Нож выглядит прям класс. Мне реально нравится, причем мне еще и очень нравятся серейтерные версии. У меня есть такая одна в коллекции. На дюрале со сталью N690, чисто черная, с сухарем, все дела. Нравится мне этот нож, но разница между ними примерно в половину по цене, поэтому я думаю, что в качестве EDC есть смысл рассматривать именно вот эти самые простые версии. Теперь самое интересное. Сталь Слейпнер на этих ножах. Это интересно, это хочется попробовать. Но первое, с чем я сталкивался, что эта сталь в исполнении других производителей, с термичкой других производителей, она достаточно быстро ржавеет. Поэтому я приступил к импровизированному тесту на коррозийную стойкость. Была отличная погода как раз для тестирования и были отличные условия. Это было примерно плюс 25 и шел дождь. Шел он весь день, а нужно было много двигаться по городу, пешком, метро и все остальное. В общем, получилось что-то около 12 километров. И нож был просто на кармане. И давайте посмотрим, что стало. Так, ну смотрите, вдоль у нас прям рыжая ржавчина. Там, где было плохо обработано, вот где была грубая поверхность, там все повылазило. Плюс есть вот ржавчина здесь. Это вот от одного дня носки на кармане, вот в таких условиях. Испарина в кармане, высокая влажность, вот, в общем, как-то так. Но, справедливости ради, вот этот вот соком полусерейтерный в таких же условиях тоже заржавел. Видите, да, в центре сыпь? Это именно ржавчина. Надо, кстати, попробовать, получится ли оттереть стирательной резинкой. Во-первых, подлезть в этот дол. Во-вторых, удастся ли вытереть. На самом деле, вытирается легко. Именно рыж, но черные пятна, они остаются. Видите, да? В принципе, там почти вот здесь стерлось, можно как бы посеть, потереть. Но все не так страшно, как ну, можно было себе представить. Далее не менее интересная вещь. А сколько же и как эта железка отрежет? Вы сейчас видите, что у меня нож уже переточен. Он переточен дважды. Один раз до теста и второй раз после теста. И порежем никому не нужную веревку. Ну что, господа, 600 резов, 300 из которых я сделал достаточно комфортно, а дальше это вот, знаете, такое мое наблюдение по поводу непорошковых сталей, да, так назовем их типа сварных, которые там варят или переплавляют электрошлаковой, вот этим методом электрошлаковой переплавки. У них затупление происходит вот прям, вот ты прям чувствуешь, вот оно началось, и вот каждый следующий полтинничек, оно все меньше, 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 меньше. Ты чувствуешь, как она начинает мылить, как она начинает махрить и все остальное. Поэтому 600 резов, 300 и 300. 300 комфортных, 300 не очень. Теперь непосредственно по тюнингу. Значит, первое, что есть смысл сделать, это заменить шайбы. Родные шайбы так себе. Нужно менять на цвет мед. Бронзу, латунь, медь. В зависимости от того, что у вас в доступе. Самый простой вариант это AliExpress. Вообще шайбы здесь стоят толщиной. Читаем снизу, кто плохо воспринимает на слух. Толщина 0,5 мм, диаметр внутренний 5 мм, внешний 10. Но, даю подсказочку,
На самом деле, самое, скажем так, залог хорошей механики на шайбах – это параллельность вот этих плашек, да, чтобы не было нигде перекосов. И даже если где-то есть малейший перекос, какое-то время у вас шайба притирается, бывает, да, нож разбираешь, а у него шайба наполовину только затерта. При этом механика отличная. Это называется шайба притерлась. Так вот, чтобы вам не приходилось каждый раз после разборки это все дело там ждать, когда снова притрется и все остальное, рекомендую взять шайбы 12 миллиметров внешнего диаметра. И вот здесь есть упорная бонка, и просто с этой стороны надфилем или просто об камушек сточить один угол. Для того, чтобы шайба у вас, вот 12-ю вы захотите посадить, она у вас не сядет, будет упираться в бонку. А вы эту часть сделаете прямой, просто сотрите и оденьте. И тогда у вас шайба не будет проворачиваться. И она всегда у вас будет стоять в одном положении. И вы один раз просто вот тем, что вы посидите, пощелкаете ножом, притрете эту шайбу. А вам больше не нужно будет при разборке ее как-то по-другому приворачивать. Главное на ту же сторону положить и все, супер. Поэтому рекомендую взять 12-е шайбы. А для тех, кто не знает, где взять, можно взять в магазинах Метизы. У каждого в городе наверняка есть. Бывают такие шайбы в разделах электрика. Только очень внимательно смотрите, чтобы это не было алюминиевые шайбы в омеднении. А все-таки, чтобы это были либо латунные, либо медные, либо бронзовые. Самый простой вариант, опять же повторюсь, Алекс. Ссылочки на Алиэкспресс я оставлю. Что можно сделать еще? На Алике продаются вот такие сменные шпеньки. Точнее, не сменные, а съемные. Как обычно, их там рекламируют для баков 110-х, либо для каких-то ZT-шек. Но! У них есть приколюха. У них вот это вот место посадочное всего-навсего под 3,2 мм, а здесь 3,4. Поэтому берете такую штуку, берете надфиль и точите вот эти вот две десятки. Вы спросите: Данил, а почему так неаккуратно? Пацаны, как всегда, торопились. Выглядеть это дело будет примерно вот так для тех, кому важно открывать со шпенька и кому не хочется вот париться с долом. Мне кажется, ну, лишнее. Но я сделал просто для того, чтобы показать вам, какие есть такие варианты тюнинга на коленке. Самое главное — это заменить шайбы, и тогда у вас все будет хорошо. Для особо пытливых вы также можете заменить шарик детента. Здесь это несложно, потому что есть сквозное отверстие в лайнере. Лайнер не сильно каленый. Вы просто замеряете диаметр этого шарика, заказываете себе такой же с Алиэкспресса. Ссылки я оставлял в видео про сок Terminus LTE XR. Вот там можете посмотреть. И вполне себе. Время итогов. На мой взгляд, вот это обновление со сталью Sleipner, при этом за те же самые деньги, это хороший вариант, что цена на них не изменилась, несмотря на то, что поменялась сталь. Относительно самой вот этой вот самой простой версии, я по-прежнему уверен, что это может стать неплохим EDC-ножом на каждый день. Ну, в принципе, как и сотая модель, но сотая модель, по-моему, еще не на Sleipner, это будет чуть попозже. С чем вы можете столкнуться на этих ножах, когда они к вам приходят? Во-первых, иногда бывают клинки не по центру, и, как правило, это лечится просто переборкой. Следующий момент, это понятно, что то, чем грешат все производители серийные, это могут быть неравномерные подводы, которые тоже можно вылечить именно переточкой. Частенько бывают вот здесь вот в этом вот доле бывают следы фрезеровки. Ну, от этого никуда не денешься, они могут быть однозначно. По заходу лайнера тоже бывает по-разному, но опять же это легко лечится подгибанием самого лайнера и его позиционированием, потому что у него есть немножко ход, который регулируется поджиманием вот этого винта и вот этого. Про это тоже нужно помнить. Во всем остальном нож, на мой взгляд, получился отличный. За свои деньги, учитывая, что есть возможность приобрести его со скидкой, просто заменив шайбы, это превращается в совершенно другой нож. И вот, сделав такую процедуру, я думаю, он вам принесет массу приятных впечатлений. Именно вот со сталью Sleipner. Потому что N690 вроде как мягковато. А это и потверже, и самое главное, что тоже особо-то и не ржавеет. Вот такое сегодня видео. Парням из Best Blades большое спасибо за предоставленный экземпляр на обзор и за скидку для моих зрителей. Все ссылочки будут в описании и закрепленном комментарии. На этом, наверное, и все. Всем спасибо. Пока. We'll be right back.